Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Зазепа, и это Prison Architect. В общем, давайте начнем. Создадим новую тюрьму. Вот, игрушка. Я смотрел на YouTube, сам поигрывал. Интересно, надеюсь, вам тоже понравится. Так, давайте, знаете что? Создадим большую тюрьму. Так, туман войны мы оставим. Генератор лесов. Генератор озер, то сегодня нам не надо. Погода тоже. Средства, происшествия. Ну, давайте с происшествиями, давайте с бандами. Так, большую тюрьму и выберем начальника тюрьмы. То есть, миротворец обладает уникальной способностью успокаивать даже самых буйных типов. Ну, короче, хороший чувак. Кстати, есть еще на выбор, можно создать мужскую тюрьму, можно создать женскую. Но давайте все-таки тюрьму такую мужскую создадим, чисто пацанскую. Так. Собственно говоря, вот... Сейчас мы ее и будем отстраивать. Что для начала сделаем? Давайте, значит, для начала сделаем такую зону доставки. Пожалуй, начнем с ограды мы. Вот так вот сделаем все вот это. Я думаю, нам должно хватить. 17 на 17. Примерно расстояние. Ну, как-то вот так вот. Давайте. А здесь мы еще сделаем зону отправки. Сколько вот это у нас по расстоянию? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот тут вот. Здесь у нас будет такая зона отправки своеобразная. Так, это я зря поставил одну лишнюю. 1, 2, 3. Угу, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Все. Ну, здесь, так знаете, запасной аэродром. Создадим. Так, вот здесь мы перекроем, чтобы никто у нас не сбежал в случае чего. Ну и для симметрии, так сказать. Так, здесь у нас будет располагаться забор. Что я хотел еще? Угу. Надо камер сразу настроить. Давайте поставим, ну, камеры общего содержания, такие вот. Бараки. Так, 1-2. У нас прибывает 8 заключенных. Ну, в принципе, должно хватить. То есть нам бы хватило вполне и 2 камеры. Ну, давайте сразу, насколько это получается, на 16 человек поставим камер. И давайте сразу, пока мы можем, поставим. Давайте офисное помещение понаставим. Так, ну давайте, может, да, где-то вот здесь вот. Сразу и денежку поднимем. Да, вот так вот. Сразу, не знаю. Вообще, в принципе, по игре надо 5 офисных помещений. Как показывает опыт. Так что сразу там мы их отстроим. Так, камеры есть, все есть. Нам нужны еще простые, обычные здания. То есть, где будут располагаться и душевые, и столовые, и все, что нам... потребуется. Давайте, пускай будет это все. Блин, это будет долго строиться. Ой, ну зато все нужное, да? 17 на 17 пускай будет. Так, здесь у нас будет душевая, здесь будет столовая, здесь у нас пускай будет кухня. Располагаться. Вот такие вот здания. Давайте сразу... Давайте сразу двери поставим им сюда. Так, расширим это меню. Так, служебное. Так, ну между столовой и кухней лучше вот так вот сделать. А за эти пускай вот сюда заходят. Так, собственно говоря, и здесь мы также сделаем, чтобы никто не толпился. Чтобы все было нормально. Так, и сразу нужно... комната отдыха для наших, так сказать, подопечных, которые, ну, служащие, в общем-то. Она будет не очень большая, но я думаю, такой вполне хватит. Да, и денежек, собственно говоря, уже нет. Но они тут леса повырубают, так что мы с деньгами пока испытывать проблем не будет, не будем. Возьмем еще гранты. То есть, что дают гранты, они... Они, короче, дают бабосик для выполнения каких-то определенных задач.
и миссии в игре. Поставим сразу ограды тут. Угу. Ну, пускай пока так будет. Все, давайте запускать. По деньгам мы пока в минусе, но... Так. И сразу тогда давайте, если мы уже в минусе, то... Сразу демонтируем деревья какие-нибудь, чтобы их можно было продать. Так, и сразу назначим область. Так, отправка. Отправка у нас... Ну, вот такая. Сейчас посмотрим. Да, все правильно. Так, только я... Нет, по-моему, все назначил правильно. И здесь тоже сразу зону доставки расширим. Так, доставка. Доставка у нас здесь. Так, и здесь небольшую такую зону доставки, зону мусора. Хотя мусора еще обычно так много ни разу не скапливалось у меня. Просто пускай будет. Думаю, никто не будет против. И отправку товаров тоже сюда так впихнем. Потому что основной заработок здесь у нас еще будет вырубка деревьев. То есть это, в принципе, тоже очень выгодный бизнес такой. Выращивать и... Собственно говоря, продавать это все дело. Смотрите, приедет машина, заберет эти товары. То есть деревья, то, что наши рабочие таскали. И мы, собственно говоря, более-менее выровняем наш бюджет. Так, я здесь дверь не поставил, да? Давайте пока вручную продадим какие-нибудь объекты. Так, продадим. Не понял. Я не хочу пока никого увольнять. Я вот хочу деревья повырубать и хочу их продать. Господи, почему так денег? Это, наверное, потому что постройка здесь идет. Я ж так никогда себе двери, блин, не построю. Сейчас еще пару рабочих замурую, да, здесь. Нечаянно. Так. Что-то я как-то разогнался с деньгами. Сейчас они тут сами и замуруются. Я даже пока думаю, может это... Комнату персонала надо было сделать поменьше. Не такую, вы знаете, большую. Так, давайте еще деревья вырубать. Больше деревьев. Больше денег. Давайте продаем. Продаем все это. Ну, минус 2000. Пацаны тут пока вырубают деревья. Строят. Я просто не хочу, чтобы тут никто сам себя замуровал, потому что без двери они не выйдут. Мне хотя бы две сейчас купить, я уже не так бы волновался. А отменять строительство объекта, это, ну, денег стоит, как бы. Никто не вернет. Если они поувозят. Ну. Не, как видите, самовывоз здесь есть. Давайте еще деревья валите мне. Мы в любом случае свалимся. Потому что они на территории нашей тюрьмы и нам особо не нужны. Как-то так. Думаю, он там сам прекрасно без меня справится. Давайте вот эти вот деревья. До этого дерева пока добраться не могу. Они там эти все повыкорчевывают, то есть тоже... Вроде там должно небольшое деревце выпасть. Точно не скажу, чтоб не соврать. Так.
хочу это здесь зону отправки товаров еще делает. Порядок, давайте-ка. Знаете что? Отправка товаров. Если уберем эту зону. Потому что она тут. И пришей кобыли хвост, как говорится, да? Блин, и по деньгам мы все, блин, в минусе. Короче, замуруйтесь, будете сами виноваты. Будете там жить. Так, а здание тут отстраивается потихоньку, да? Нам надо будет еще генератор поставить, надо будет поставить насосную станцию, чтобы поступало электричество по зданиям хотя бы и, ну, собственно говоря, вода работала. Душ там подключить, все вот эти вот дела. Так, а гранты мы можем взять? Так, отлично, деньги есть, можно пока, знаете, что сделать? Можно пока двери поставить. Так. Ну да, вот такая вот дверь. Тут я везде двери поставил. Так, нужно электричество, нужна вода. Объекты. Электричество, электричество. Где у нас тут электричество? Так, что-то я не вижу электричества. Так, мойка, плита. Подожди, что-то тут не то. Так, что нам тут еще надо? Ну, давайте для начала тогда, может, поставим и тюремные ворота. Где они там нам нужны? Тут вот. Ну и вот тут вот. Чтоб никто не сбегал. Что нам надо в этой комнате? Так, здесь у нас будет... Так, ну здесь душевая будет. Значит, мы ставим слив здесь. Что нам еще надо? Рабочих нас пока хватает. А вот же она точно. Я, блин, ищу. Затупил, извиняюсь. Так, здесь у нас будет... Ну, может, еще какое помещение нужное такое? Ну да, здесь будет и там зона охраны, и все такое вот. Здесь, да, помещения какие-то для зэков будут. Так, а камера у нас тут. Блин, в принципе, электричество, оно и там надо. Давайте здесь поставим. Сразу конденсаторов напихаем. Так, вот столько. Я думаю, нам должно хватить. А также нужна водонасосная станция. И желательно их распределить как-то подальше друг от друга, потому что разные бывают неприятные ситуации. Так, ограду сразу им сюда поставим. Как-то вот так вот. Оставлю свободные места, свободные ячейки для конденсаторов. Не знаю, просто здесь тоже оставлю так свободное место, чтобы, ну, просто красиво выглядело. Так, ворота нужны тут нам. А, здесь дерево мы пока не можем поставить. Ладно, подождем. И сразу тогда давайте кабель протянем сюда. И кабеля нам надо будет тянуть сразу как-то. Вот, я не знаю, давайте через середину вот самую вот так вот сделаем.
Ну и камерам. Так. И сразу, наверное, давайте воду подведем. Угу. Вот так вот. Вот сюда вода. Вот сюда. Сюда вода. Сюда вода. Так, нам еще нужно запитать вот эти вот комнаты. А давайте вот так по прямой. Как-то вот так. Думаю, нормально будет. Все, так, убираем вот это вот все дело. И давайте сразу назначать области. То есть здесь у нас будет кухня, там столовая. Так, кухня у нас будет тут. Кухня. Так, здесь у нас столовая. Для кухни что нам надо? Плита. Я думаю, для начала хватит. Так, холодильники. Самое востребованное, что надо тут вообще. Так, плита, холодильник, мойки нужны. 1, 2, 3. Больше пока моек ставить мы не будем. Давайте мусорных баков пока наткнем. 3, я думаю, нам тоже вполне хватит. И давайте обустроим... так, собственно говоря, столовая. Столовая. Так, ну для столовой что надо? Это в первую очередь раздаточные столы. Лавки. Так, подождите, стол. Вот так вот как-то сделаем. И поставим лавок сюда. Я думаю, пока не надо больше. И так у нас тут бюджет очень скромный. Пока они тут сюда электричество подведут. Так, ну и душевая. Душевую тоже надо обустроить, пока есть еще хоть сколько-то денег у нас. Давайте, так, ну вода здесь будет идти. Так, одну даже лишнюю поставил. Это что такое? Прямо в стенку. Все, я думаю, точно душевой хватит нам. Так, и надо трубы сюда проложить. Так, вдоль. Ну и все, давайте. Ставьте. Так, а, я еще здесь не потянул в эту сторону. Так, ну денег реально мало. Надо сейчас экономнее быть. А то ж, блин, нам же еще охранников надо будет нанять. Давайте деревья хотя бы забирайте. Я думаю, ты это уже довезешь сам. Так, демонтировать. Демонтировать. Очень сильно я разогнался с тюрьмой. Могу вылететь. Построить общую камеру, построить душевую. Душевая, вот, пожалуйста. Давайте достраивайте здание. Так, 2 кабинета у меня есть. Ну, блин, ладно, 1. И то пока не запитанный. Ну, сейчас они, в принципе, это все и отстроят. Я надеюсь, что они это сделают скоро. Так, ну, по крайней мере, что? Камеры есть. Нужно сейчас нанять, пока мы можем еще. Хотя бы одного охранника. Хотя бы одного. А там уже можно будет думать. Так, душевая. О, мы уже можем, что ли, назначить? Хорош. Как-то не выполнил. Вон насадки для душ. Ну, сейчас они подключатся, господи. Так, комната персонала. Сразу, чтобы наши работнички могли нормально отдыхать.
Давайте здесь, блин, у нас бюджет уже трещит. Сейчас эти приедут, нам, по идее, должны выдать немного бабосика. 3600. Ну, хоть что-то, да? Так, давайте здесь. Где мусор, демонтируем. Деревья. А сколько она приезжала? Как ты тут ходишь? Тут вообще, в принципе, ходить не должен. Давай-ка. Вам, я смотрю, там удобно ходить, да? Блин, 3 бакса нету, а? Такой большой объект строим, а 3 бакса не хватает на решетку. Как так? Блин, посбегают же сейчас. Давайте, блин, дайте хотя бы одно дерево, хотя бы продам где-нибудь там. Валяется, нет чего-нибудь. Вот это продадим. Так, награду сразу сюда. Все, сейчас зэки приедут. Это демонтируем. Так, тут... А, я со сливом немного промазал. Фиг с ним. Хай там будет. А на ведь еще повара надо будет. Так, персонал. 2 поваров. Думаю, еще одного охранника нам надо. Скоро еще партия зэков приедет. Тоже 8 человек. Ну, у нас камера пока есть. Все есть. Не спешат они их достраивать. Давайте еще 2 рабочих наймем. Пока бюджет нам позволяет это сделать все. Так, и я хотел все-таки комнату отдыха. Так, комнаты. Комнаты персонала. Объекты сразу. Ну, я так выделяю, чтобы сразу было видно, подсвечивалось где что. Как-то вот так. Томат с напитками. А, ну давай уже. Бабосик не накапливай. Деревья валятся, нормально все. Здесь я все повыбирал, да. Нормально тогда. Ни электроэнергии, ничего нету. А что значит 8... А, типа камера еще не достроена. Ну, сейчас тут, господи, стеночку проложат. Все будет. Всех заселим. Вот, теперь места хватает всех. Качество камеры ниже среднего. Ну, приятель. Не повезло тебе пока что. Ну, сейчас тебе обустроим, будут все нормальные камеры. Подожди. Они же здесь могут сейчас мотануться. Не огорожена до конца территория. Так, ладно, давайте быстренько. Просто очень сильно повышается продуктивность работы, если... Продуктивность работы очень повышается, если у них есть комната отдыха. Давайте быстренько поставим автомат с напитками. Нам только его и не хватает. Так, стоп. Это все продадим. Пока время стоит. И назначим, пока бабосик не ушел. Не на что такое. Автомат с напитками сюда поставим. Как-то так. Все. У нас есть автомат с напитками. Продаем объекты. Быстренько ставим здесь все. Здесь поставили столы чисто. А стенки не могут. Что там? Что там со звуком? А, это здесь дверь. Ну, отдыхает сразу. Нормальная служба у чувака. Как же без цепни. Такой пень, дайте мне дерево. Продать объект. Сразу продаем, чтобы это все быстрее было. Чтобы сразу накапливалось.
Деревяхи пока лежат. Блин, они бедную душевую достроить не могут, все эти ставят. Наверное, я зря так для начала много поставил. То есть этих насадки для душа. А камеры они нормально застроить не могут. Ну, вроде пока у нас никто не сбегает. Кухню построить двор. Ну, давайте двор, знаете, что как сделаем? У нас будет пока просто двор. Ну, чтобы задачу засчиталось, то есть, давайте... Вот такого двора, я думаю, вполне себе достаточно будет. Даже очень. Даже вот так вот расширим. Безопасно не менее одной двери. Чё? А, ну то есть вы хотите сразу и с оградой вам, да, делай? Ну ладно, давай так. Я много дверей на двор ставить не буду. Я думаю, две вполне себе будет достаточно. Так вот, с одинарными входами. Чтобы я потом мог поставить эти детекторы. Так, вот так вот сделаем для симметрии. Дверь вам надо сюда, да? Вот так вот. Вы это, давайте там... О, генератор уже запитали. Сейчас здесь электричество появится, здесь все подключится. Так, а я провел электричество. Да, здесь все проведено. Так, а труба нам, по-моему, на мойку надо, да? Вот моечка наша. Давайте туда, сюда киданем, вот так вот. Потому что мойки не будут работать. Без этого всего. Что, зэков там еще не позапирали, нет? Давай уже закрывай помещение, блин. Давай, одну стенку осталось. Ну? Когда уже здание достроить? Вот, отлично. Теперь у нас есть душевая, но она не запитана. Или запитано. Ну, я смотрите, все запитано. Так, по крайней мере, у зэков появились унитазы. Так, ну, в столовку они попасть не могут, да? Потому что самой столовки нету. Нет, есть, но... А, ну моечку сейчас, моечку подключат. Электричество главное. Так, а что у нас с электричеством? Что я не совсем углубляю. Во! То, что надо. Теперь у нас есть и еда. А как это? Подождите. А. Стоп, я что-то не сделал. Так, объекты, столовая, раздаточные столы. А, ну, мусорный бак, наверное, поставил просто потому что. Все, мусорные баки сейчас поставим, и все у них будет тип-топ. Давайте, народ, зэки голодают. Не хотите, чтобы они бунт подняли нам? Давайте баки быстрее ставьте. Я вообще бы их как-нибудь сюда поставил. И нам надо будет так построить общую камеру. Сейчас мы забубеним общую камеру. Так. А денег-то у нас нету. Ну, сейчас зэки новые приедут, и мы сразу после этого поставим общую камеру. Так, баки есть. Что не хватает вам? Комнаты. Так. Столовая, столовая, столовая. Блин, не вижу. Вот столовая. Объекты. Так, что я не так сделал? Почему?
Стол есть. Стул этот, лавка есть. Ну, лавки есть. Раздаточные столы тоже есть. Мусорные баки есть. Электричество. Вода есть. Почему? Почему зэки не хотят есть? Не понимаю. Почему они не могут попасть? Служебная дверь. Вот оно чё. А я не помню, там... Нет, там в любом случае служебная дверь ставится. Там не... Это, не камерная дверь. Не понимаю. Не понимаю, что-то я. Что-то где-то я накосячил. Да нет. Вроде не косячил. Может, блядь, потому что я здесь не могу закрыть все. Так, господа хорошие, вы работать собираетесь? У нас как бы вот эти вот помещения недостроены. Чувак. Чувак. Чувак, ты достроишь это или нет? Что за глюки? Ладно, давайте, знаете что? Как поступим? Это реально непонятный глюк мне. Так, и здесь поставим мы еще одни ворота, наверное, да? Так и сделаем. Все, давайте. Припахала я вас. Побежали. Может, так они как-то за эти смогут выходить, потому что... Ну, потому что... Не могут они, наверное, из-за того, что территория не огорожена. Однако, почему душ тогда не помечается? Значит, они в душ могут ходить, но не могут ходить. Вот. Все, закрыл территорию, теперь могут выходить нормально. Так а что вы эти офисные помещения не хотите достраивать? Народ. Что, теперь у нас не хватает камер, что ли? Так, ну, подожди. 1, 2, 3, 4, 4, 8, 16 человек. Ну, и камеры вроде все... Что за бред? Ну, вы, блин, даете. Ладно, давайте еще камер построим. Так, а я хотел вообще-то общую камеру, как по заданию. Вот здесь у нас разместится общая камера. Вот такая вот. Сразу поставим здесь дверь. Решетчатая дверь. Так, во дворе вообще таксофоны там пару штучек поставим. А, черт. Ну, хотя бы на дверь хватило. Ладно, давайте отстраиваться помещение. А что, некуда выкидывать пищевые отходы? Ты что, там замесы уже начались? Вроде всех обкормил. Нормально. Ясно. Нам, походу, не хватает персонала. В частности, охраны. Хотя бы он таксофонов поставил.
sleep. Хочет спать. Ну, терпите, ребята, терпите. Ай, блин, тут стену я снес. Это не есть хорошо. Давайте застраивать тут стеной все. Чертям собачьим. И здесь стену. И здесь стену. Здесь стену. Блин, как офисы строили. Понанимай тут по объявлению, понимаешь. Там думай, что с ними делать. Хотя бы за здание считается. Нет, это за здание не считается. Вот только за здание. Ну ничего, мы потом все это отстроим. Чуваки залагали. Так, комната отдыха. Нам уборщика бы еще. И лавок сюда, чтобы можно было взять новый грант. Для этого мы давайте повырубаем деревьев. Вот так вот. Садовников там потом надо будет нам еще нанять. Чтобы эти деревья выращивали и продавали, чтобы мы бабосик имели. Так. Что там для общей камеры надо? Так, общая камера, туалет, лавка. Так, объекты. Туалет давайте сюда. Все, давайте потащили, мне сейчас деньги нужны. Для туалетов и лавок. Так. Это будет общей камерой. Мне нужны лавки и туалеты. Хотя бы, блин, пару лавок поставить. Давайте, знаете, что пока сделаем? Новых заключенных брать не будем. Они там одичают. Уже, блин, ранен кто-то. А медиков у меня нету, а это, блин, еще... Господи, блин, вот там... Пиздец. Пытаешься делать все для людей, а они, блин. Давайте там уже поубивайте друг друга уже наконец. Так, ладно. Придется сократить немного. Штат наших рабочих, а то они тут так, смотрю, бездельничают. Эти жиробасиков-то их поувольняем. Так, ну давай тебя уволим. Все, 8 рабочих нам вполне должно хватить. Так. Ну, прибыль мы нашу немного подняли. Блин, да задержите уже этот маньяка. Ходит там, вырезает всех. Так, наказать. Ай, блин, у меня ж картеров нету, точно. Да сейчас его там эти местные отпиздят. Так, что делать? Что-то ситуация попахивает плохими последствиями.
хватает на одного охранника. Так, нужно деревяху срочно найти. Продать объект. Отлично. Разбирайся. Так, еще деревяхи есть. Побег. Сломали ворота. Избежали. Ну, за это нас тут точно никто по головке не погладит. Ай, ну сбежал и сбежал, господи. Думаешь, еще придут. Мне бы тут разобраться с этим совсем. Если надо, я еще охрану, блин, найму. Да я вас тупо, блин, сейчас в камеры запру всех и все. Не умейте по-человечески, блин, будем не по-человечески. Интересно. Позатапливали тут все. Блять, что-нибудь еще раз выкинете мне только. У меня тут мен, блин, без сознания лежит. Сейчас потеряем его. Так. Гранты мы взять не можем. Так, надо вспомнить. А, начальника тюрьмы, блин, еще надо. Господи, на все деньги нужны. Давайте работайте тогда. Что еще? Букуешь, да? Блять. В камеру тебя запереть, блин, и все. Где охрана? Где, блин, вся моя охрана? Так, без сознания. Да, давай. Да пиздит его уже. Второй сбежал. Бля, сбегите мне. Я, блин, построить общую карту. Подожди, я, может, могу. Тогда я смогу взять грант и смогу взять денег еще. Так, давайте лавки мне. Лавка. И толчок. Собака, сотню баксов надо. Так, срочно найти деревья. Где вы там их вырубали? Мусор, отправка. Отправьте ничего. Вот так вот. Ну что нам делать? Деревья только вырубать. Давайте. Вырубайте. Не могу, чувак, я тебя пока подлечить. Не могу, блин.
И надо на починить уходит, на все. Эти, блин, подломают все. Так, блин, толчок. Дайте мне толчок поставить. Сука, не хватает на один толчок. Я с кого-нибудь из вас отниму толчок. Будет общая камера. А что мне мешает, кстати? Демонтировать. Будете без толчка сидеть. Под себя ходить будете. Давай, демонтируй. Все, так. Перейдем вас в общую камеру, будете там жить. Вот так вот он. И сюда трубу. Ай, блин, чуть выше. Сюда трубу. Все. Так вот и остаются люди без туалета. Че, сейчас поставим его обратно, не переживайте. Все, отлично. Ставим сюда толчок и ставим, короче, нет, сначала берем гранты. Здоровье, благополучие возьмем. И нам нужно будет строить медицину. Начальника тюрьмы нам надо. Да. И вообще, подожди. Чё недоступно? Так. Персонал. Начальник тюрьмы. Наконец-то. Теперь можем делать так. Вот так. Вот так. Что нам надо? Нанять бухгалтера. Финансы. Все, все, можешь. Можешь уйти. Сейчас он что-нибудь там с кабинетами устроит. Давайте по бырику только. Ну почему лучше тут задачами не задерживать? Нам еще медицину строить. Так, лазарет. Что уже наркоту кого-то обнаружили. Что бывает. Так, ну сортир я там вам заказал. Все. А, еще лавку давайте вам поставим. Еще лавку, еще туалет. Так. Да, туалет тут можно поставить. Че, на полу поваляешься там? Со всех своих друзей. Так, почему оно не хочет здесь? Во. Так, есть дверь. Что они там исследовали? Я еще. Еще исследуют. Так, а доктора? Доктор. Нам, блин, срочно нужен доктор и уборщик. Остальные нам вообще, блин, не нужны. Так, и для этого нам надо будет еще... Нам надо будет еще помещение. Больничку надо поставить. Так. Ну, я думаю, вот этого хватит нам вполне. Давайте дверцу поставим.
тут поставим, а здесь мы поставим медицинская кровать нужна. А, ну пока ну тут тёлку, короче, следует. Потом поставим медицинские кровати. Да повыносить в эти ящики уже. Так, и давайте, знаете что? Я думаю, настало время, чтобы в случае, когда у нас бабосик закончится опять нежданно-негаданно, чтобы они тут нам ворота... Хотя бы задержали их как-то. Ну, в принципе, их можем оставить открытыми. Ладно, разберутся, не маленькие. По электроэнергии тоже вроде пока все нормально, и в минус не уходим, только в плюсы. Так, открыть финансы, нанять бухгалтера. Так, а бухгалтера мы нанять уже можем? Давайте прораба наймем. Так. Бухгалтер. Через 4 часа будет бухгалтер у нас. Начальника тюрьмы нам пока не надо. Так, вот здесь молодец застроил. Опять в шкафу залагал что-то. Что сейчас отлагает? Отлагает нам. Ладно, я думаю, на этом можно завершить нашу тюрьму. То есть мы сохраним сейчас. Как-нибудь обзовем. Давайте один. Ну а с вами был Зазепа. В таком случае ставьте лайк, если вам понравился выпуск. Подписывайтесь на канал. Ну, всего хорошего, удачи и пока.